Здравствуйте, дорогие участники, конкурсанты, а также все-все зрители и любители искусства, музыки, танцев, да и просто те, кому интересно, о чем же сегодня я вам поведаю. Меня зовут Ольга Образцова, я член жюри международного конкурса талантов Golden Time Talent. И подошел к концу 56-й сезон этого удивительного конкурса, который знают во всем мире. Я уже не первый сезон оцениваю ваши конкурсные работы и хочу заметить, что с каждым сезоном участники относятся к выбору своих произведений очень грамотно. И я вижу ваш профессионализм, ваше усердие, и это меня очень-очень радует. Но давайте сразу же перейдем к делу. Кому я поставила 10 баллов и кто является для меня фаворитом 56-го сезона. И начнем мы с академического вокала. 10 баллов от меня получают Анастасия Медведь, Украина, и Васко Билгарелли, Германия. А теперь переходим к поп-вокалу. Всегда поп-вокалистов гораздо больше, чем академического вокала. Но, тем не менее, это не помешало мне прослушать все работы и выбрать наилучших. И в категории от 6 до 7 лет я хочу выделить девочку Ионов Ангелина, Франция. Ангелина, у вас очень красивый клип, задумка, слова со смыслом. И, честно говоря, понимая суть вашей песни, я даже расплакалась. Вы такая маленькая, но спели песню по-взрослому. Большое вам спасибо. Продолжайте работать и двигаться вперед. Также поп-вокал. Я ставлю 10 баллов. Аружан Ибраева, Казахстан. Владислав Васицкий, Украина. Морозовская Полина. Валерия Лутошкина, Молдова, Ашот Газарян, Армения, Тиона, Грузия, Елена Логинова, Казахстан и Зени Коновалова, Эстония. Вот такие оценки у меня для поп-вокалистов. В этот раз поп-вокалистов было достаточно много, как обычно, в принципе, и все работы очень сильные, мне было нелегко выбрать, я еще раз повторюсь. Ребята, кому я поставила 9 или 8 баллов, не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, потому что вы все равно в нашем конкурсе и участвуете в других сезонах, исполняйте более сильные работы, но те работы, в которых вы будете себя чувствовать уверенно. И у вас все получится. Ну, а мы переходим к рок-вокалу. Рок-вокал. Мне очень понравилась девушка с именем Анни Кур, Украина. Я вам ставлю, Анни, 10 баллов. А теперь кавер. Итак, в каверах мне запомнились Ирина Огневич, Сербия, Дивизатор и Ольга Шмидт, Эстония, Максим Орехов, Литва. Ну и моя любимая категория — Singer Songwriter. Так как я сама являюсь певицей и пишу для себя песни, мне важно понимать, будет ли ваша работа продаваться на музыкальном рынке, будет ли она востребована, ну и, конечно, вокальные данные. И 10 баллов я ставлю Ангелине Узин из Молдовы. Эта юная девочка написала очень классную песню. Надеюсь, Ангелина, увидеть ваши работы в новых сезонах. Пожалуйста, присылайте мне. Также в номинации Singer Songwriter я ставлю 10 баллов Вячеславу Полищуку из Украины и Елене Потяник из Великобритании. Еще одна девушка, которую я хочу отметить, ее зовут Виктория Вики Ви из Эстонии. Она тоже мне прислала очень классную композицию. Я ставлю вам, Виктория, 9 баллов
именно за вашу песню. Но над голосом и звукоизвлечением вам еще нужно поработать. Отдельно я хочу выделить номинацию «Экспериментальные танцы». Эта категория не настолько популярна, как поп-вокал или кавер, но, тем не менее, такая категория имеет место быть, и от меня 10 баллов отправляются в Казахстан. Dance Group of the National Guard of the Republic of Kazakhstan. Браво, ребята! Я смотрела на вас с удовольствием, и надеюсь, я смогу найти вас на просторах интернета, чтобы посмотреть еще другие ваши экспериментальные танцы. Ну и последняя номинация, которую я оценивала в 56-м сезоне, является театр. В номинации театр побеждает Элеонора Элиадес из Кипра. Элеонора, я вам поставила 9 баллов по причине того, что некоторые слова в вашем монологе, который прислали, вы их распеваете. Также я прочитала у вас рецензию, там вы занимаетесь танцами, вокалом, актерским мастерством. И мне кажется, что потому что вы занимаетесь вокалом, вот у вас перекликается актерское мастерство с вокалом. То есть какие-то слова вы просто распеваете, когда вот говорите. Но обычно ведь актеры не распевают слова. Поэтому работайте еще над собой, но в целом все очень даже прилично. Поздравляю, вы победители в вашей номинации. Конкурсанты, огромное спасибо вам, что в столь непростое время вы находите минутку для творчества и присылаете нам свои работы. Пожалуйста, рассказывайте о нас в соцсетях, отмечайте нас, Golden Time Talent, отмечайте меня, Ольга Образцова, USA. И до новых встреч в новых сезонах. Я желаю вам успехов, благополучия и творческих высот.